1,5 миллиона гривен в месяц или 50 тысяч в день. Столько зарабатывали на продаже билетов махинаторы под руководством одного из чиновников Одесской железной дороги. Следователи СБУ установили, что железнодорожник продавал подчиненным билеты, а эти, в свою очередь, перепродавали их уже пассажирам. Деньги, разумеется, проходили мимо кассы. В доме подозреваемого чиновника изъяли 200 тысяч гривен и 3 тысячи долларов.